Представители Муравленковского отделения партии «Единая Россия» провели очередную конференцию. Партийцы приняли решение по ротации и обновлению состава местного политического совета. Муравленковское отделение партии «Единая Россия» – это 11 первичных отделений и более 700 человек. Согласно уставу, партийцам ежегодно необходимо проводить ротацию состава политсовета. По единогласному решению единороссов его покинули в связи со сменой места жительства Олег Казаков и Тимур Рахимов. Затем в ходе тайного голосования были избраны два новых члена политического совета – Андрей Шабан и Артем Афонин. Также единороссы выбрали кандидата, который представит местное отделение партии на региональной конференции. В завершении благодарностями отметили самых активных представителей партии.